Сегодня, 3 декабря, во всем мире отмечается Международный день людей с инвалидностью. Он мобилизует поддержку общественности для решения важнейших вопросов, касающихся интеграции людей с ограниченными возможностями, содействует повышению осведомленности о проблемах инвалидности и привлекает внимание к преимуществам инклюзивного общества, доступного для всех. В Самарканде по этому случаю прошло мероприятие. В мероприятии приняли участие представители администрации области, различных предприятий, организаций и широкой общественности. Выступавшие говорили о том, какая работа проделана в последние годы в целях материальной и моральной поддержки людей с ограниченными возможностями. Узбекистан бойлаб Мехр Мурават ойлиги илон қилинди. 30 ноябрдан 30 декабрга қадар мамлакатимизда Мехр Мурават ойлиги тадбири ўтказиляпти. 3 декабр халқаро нагронлар куни муносабати билан вилоятнинг барча ҳудудларида, туманларда кенг нишонланяпти. Бугунги тадбирда 50дан зиёд нагронлик аравачаси, қўлтиқ таёқлар ва бошқа нагронлиги бўлган шахслар эҳтиёжлари учун керакли воситалар тарқатилади. Бундан ташқари бугун нагронлиги бўлган шахсларни вилоятимизнинг диққатга созовор жойлари, тарихий обидаларига зиёрат уюштирилади. Нагронлиги бўлган шахсларни озгина бўлса ҳам бир уларнинг кайфиятини кўтариш мақсадида ўтказилган тадбир. В настоящее время в Самаркандской области проживает около 82 тысяч людей с особыми потребностями. Принимается ряд мер по оказанию медицинской и социальной помощи. В рамках проведенных мероприятий по области более 400 человек с инвалидностью были обеспечены необходимыми техническими средствами реабилитации. Спасибо вам огромное. Всем здоровья. Моя мама инвалид. Ей 83 года. И вот нам дали от государства коляску, которая очень нам нужна. Спасибо огромное. Без коляски это дома на мне перемещала как могла, поэтому в поликлинику там куда-то невозможно было ходить. А теперь такая возможность большая, что я могу ее отвезти в поликлинику, к врачам, да просто по улице, чтобы посмотрела, какой у нас красивый город. Со стороны государства большая помощь, в том плане, что врачи с поликлиники, дай бог всем, они прям по первому требованию всегда приходят, и даже просто так для профилактики приходят, проводят нам консультации, назначают какое-то лечение. Закир Ахмонов много лет проработал на камнедробильном заводе, где вследствие громкого шума повредил нервы и потерял слух. Ему был вручен слуховой аппарат. Хозяином анча иллардан бери тош майдалаш заводда ишларди. Шалқиннинг касарими бу кишининг асабларини чарчаган деди. 3 йилдан бери яхши эшитмайди. Кейин текшертирдик. Озроқ орқа мияда қуриш бор деб айтди. Қулоқнинг эшитмаслиги ўшандан деди. Эшитиш масламасини қўйса эшитади деб айтишди. Бугун аппаратни олдик, энди қўйиб, кўриб, эшиттириб кўрамиз. Зора яхши бўлиб кетсалар, эшитайкан бўлсалар. На мероприятии было подчеркнуто, что оказывать помощь людям с инвалидностью нужно не только в особенные даты, но и каждый день в течение года. Кичкина тадбиркормизда. Бугунги тадбирдан жуда мамнунмиз. Диққат эътиборда ҳар доим совға саломлар билан тақдирланади. Концерт бўляпти. Раҳмат ташкилотчиларга. В этот же день в здании областного молодежного центра прошла церемония открытия Центра инклюзивного образования. В нем люди с ограниченными возможностями смогут обучаться профессиям. Мухтарам президентимиздин 2021 йил 18-19 март кунлари Тошкент вилоятига ташрифи давомида бу ерда бўлиб ўтган йиғилишларда Тошкент вилоят намунасида инклюзив марказ очилган эди ва ўша инклюзив марказларни барча вилоятлар ҳудудларида ҳам очиш режалаштирилган эди ва мана шу режанинг далолати сифатида мана бугун Самарқанд вилояти ёшлар марказида биз инклюзив марказни очдик ва ушбу
markazda biz nogironligi bo'lgan shaxslar uchun tikuvchilik, tikish bichish yoki bo'lmasam bisirlik yo'nalishlari bo'yicha va ularga eng kerakli bo'lgan zamon talabi bo'lgan zargarlik yo'nalishlari bo'yicha ham kasb o'rgatiladi. Inclusive markazga 150 million so'm miqdoridagi moddiy texnik bazalar olib kelindi. 3 ta avtomatik aravacha va o'sha aravachalarni inclusive markaz hisobiga berilganligi sababi markazdagi kelingan nogironlik bo'lgan shaxslar agar aravacha bo'lmasa o'sha aravachadan bemalol foydalanishlari mumkin. Мероприятие продолжилось концертной программой.